Отдавать свои честно заработанные в налоговую жалко, но закон есть закон, говорит Игорь Сахаров. Сегодня он пришел платить налог на транспорт. Делится, прослыть должником, перспективы не из приятных. Это наша обязанность. Ходите платить. Каждый принимает решение самостоятельно. Не хочет платить так, будет должником. Соглашение о сотрудничестве между налоговиками и администрацией Куйбышевского района – результат реформы местного самоуправления. Его заключили пока на год. Теперь деньги жителей будут поступать в районный бюджет. И отныне в том, чтобы должников было как можно меньше заинтересованы и на местах. Ожидается, что в этом году в бюджет Куйбышевского района поступит больше 20 миллионов рублей. Бюджет у нас непосредственно района пополняется налогом на землю, соответственно, и налогом на имущество. На сегодняшний момент уже у нас есть непосредственно положительные моменты. Порядка 500 тысяч рублей только уже в этом месяце поступило. Куда потратить бюджетные деньги, будут решать местные власти и депутаты райсоветов. Здесь важно учесть мнение жителей. Больше идет заявок от людей, которые что-то хотят изменить в своем дворе. Конкретно деньги пойдут, значит, самое основное, это на благоустройство района предусмотрены деньги, на организацию проведения определенных районных мероприятий, также на ремонт и установку новых малых архитектурных форм. Власти Куйбышевского района стали первыми, кто подписал документ о сотрудничестве с налоговой. Вскоре такое соглашение будет заключено со всеми районными администрациями. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События.